Это было давно, лет 17 назад. Вёл я девушку в тройке почтова. Круглолицей была, словно тополь стройна, и платочек пуховый покрыта. Друг она говорит, чтоб я песню ей спел. Я запел, и она подхватила. Наши кони мчились, будто чуя беду, словно их захватила нечистая сила. Вдруг казачий разъезд перерезал наш путь. Наши кони встали эхо. Кто-то выстрелил вдруг прямо в девичью грудь, и она, как дитя,